«Мы разные, но мы вместе». Под таким названием прошла презентация фильма, посвященного Международному дню инвалидов. 12-минутная короткометражная лента повествует о том, что лица с ограниченными возможностями здоровья являются такими же равноправными членами общества. По словам героев фильма, ограничения не препятствие для реализации своих желаний. Я никогда не чувствовала себя другой, потому что мои родители всегда поддерживали меня, придавали мне уверенность. Да, есть некие ограничения, но они не мешают мне заниматься тем, что мне интересно. Я люблю жизнь и получаю от нее удовольствие каждый день. Картина повествует о жизни пяти героев с ограниченными возможностями здоровья. Короткометражная лента создана при поддержке программы развития ООН, ЮНИСЕФ и представительства Европейского союза в Азербайджане. Каждому желающему должна быть предоставлена возможность реализовать себя, интегрироваться в общество, без каких-либо ограничений, работать, заниматься своими увлечениями. Хочу поблагодарить каждого, кто принимал участие в создании этого фильма. В настоящее время в мире проживает примерно 1 миллиард инвалидов. Граждане этой категории сталкиваются с физическими и социально-экономическими барьерами, исключающими их из полномасштабного, эффективного и равноправного участия в жизни общества. В Азербайджане инвалиды охвачены всесторонней государственной заботой, и наша страна соблюдает положение Конвенции ООН о правах инвалидов. Улучшение материального обеспечения граждан вышесказанной категории является одним из основных направлений государственной политики.